В одном из старых домов Златоуста на ребенка упал потолок. Об этом сообщили общественники. Я помылся, вышел, вот сюда встал, на меня упала доска одна. По словам местных, в доме капитального ремонта не было больше 20 лет, хотя по квитанциям люди платят исправно. По данным гражданского патруля, канализация в доме давно сгнила. И когда жильцы третьего этажа пользуются санузлом, то фекалии буквально валятся на голову жильцам второго. Общественники решили помочь людям и просят администрацию Златоуста признать дом аварийным и расселить людей. Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами требований жилищного законодательства, в том числе по признанию дома аварийным и подлежащим сносу, содержанию и ремонту общего имущества собственников жилья и оказанию услуг надлежащего качества. Тем временем следователи Следственного комитета тоже начали свою проверку по факту обрушения потолка на ребенка.